Утро доброе! В студии Кирилл Уржумцев. Сегодня я приготовлю простой летний салат, основу которого составят помидоры, огурцы. Заправку я сделаю на основе авокадо и грецких орехов и добавлю еще немного зелени. Поехали готовить! Первым делом возьмем томаты и заложим их в чашечку для того, чтобы очистить от кожуры. Очищать мы будем максимально простым способом. Просто возьму кипяточек, горячую воду, только что вскипятил чайник, заливаю горячей водой буквально на 10 секунд. 10 секунд прошли, теперь достаю томаты из кипятка, выкладываю на досточку. Так, берем помидорчик. Раз, и вот такой вот очищенный помидор у нас получился. То же самое проделываем с оставшимися помидорками. Томаты очищенные, самое время нарезать их. Нарезать буду, знаете, такими довольно крупными кусочками. И тоже нарезаем огурчики таким крупным кубиком. Теперь самое время замариновать лук. Я взял красный лук, он повкуснее, чуточку послаще. Берем, нарезаем его полукольцами и отправим в тарелочку. Яблочный уксус, 2 столовые ложечки, разбавленные они будут 5 столовыми ложками воды. Теперь переходим к приготовлению заправки для салата. Я возьму 2 авокадо, берем обычную ложку, очищаем авокадо и закидываем все это дело в блендер. Зелень у меня — это петрушка и укроп, прямо в чашу. Теперь добавляем грецкие орехи в чашу блендера, 100 или 80 грамм, и далее в ход идет оливковое масло, 4 столовые ложки. Не забываем посолить хорошенечко. Теперь закрываем все это дело крышкой. Ну и можно пробивать. Давайте приступать к сборке. Беру лучок вот так вот, красивенько его. Теперь заправка из авокадо, грецких орехов и, конечно же, зелени. Перемешиваю. Заправку добавили, теперь осталось внести немножечко пикантности в это летнее блюдо и добавить 1 зубчик чеснока. Простой летний салат готов. Но, кстати, у меня для вас есть один совет. Если вдруг в вашем холодильнике не оказалось по каким-то причинам авокадо, то вы всегда можете сделать заправку на основе чего? Правильно, на основе майонеза. И пусть это майонез будет, конечно же, от компании МЖК. Майонез «Провансаль» от хабаровского МЖК – это натуральный продукт с использованием отечественного сырья. В отличие от других производителей, МЖК «Хабаровский» придерживается рецептуры, разработанной еще в советское время. В составе натуральное сухое молоко, яичный порошок и традиционная русская горчица, придающая пикантность майонезу. Рецептура «Провансаля» уникальна. Он производится строго по ГОСТу, без применения консервантов. «Провансаль» вкусный, полезный и качественный. Ну а пожелание на день сегодня будет простое, человеческое. Желаю вам побольше интересных моментов в жизни, приятных теплых встреч и, конечно же, вкусных рецептов, которые вы всегда сможете увидеть на нашей кухне.